Проверить тонометры артериального давления на точность показаний предлагают всем желающим. Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен, будь здоров» проходит в стране пятый раз. В течение трех дней с 7 по 9 апреля сотрудники Тюменского центра стандартизации и метрологии будут давать свои рекомендации. За время проведения акции специалисты проверили в лабораториях больше 80 тысяч бытовых тонометров. Примерно 10% оборудования забраковано, но мы по возможности проводим оперативный ремонт в случае, если позволяет, если там, это можно сделать оперативно. И также делаем небольшую настройку и даем рекомендации по обслуживанию, эксплуатации и правильным измерениям и пользованию прибора. Это все на безвозмездной основе абсолютно.